Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Доброе утро всем! У нас сегодня... Ну смотри. Да. У нас сегодня гренки на завтрак. Опять Антоша с Афоней это все готовят. Да, а мама все делает. Все снимает. Мама все снимает. Тяжело их вытягивать мне. Лети будет. А дай подоть. Более не дышу из-за тебя. Так, дети, вы возле огня, не балуемся. Это задушить. Ой, Антоша. Правда. Да ты чё? Куканая гренка. А у меня будет мюсли с молоком. И гренки, и кофе с молоком. Я, как всегда, заправляю кровати с утра. Дети уже пошли на улицу. У нас там хорошая погода, солнышко. Я тут опять любуюсь этой орхидеей, которая должна скоро зацвести. Уже прям бутончики на грани. Вот это вот рядом стоит, но ее надо, думаю, что может быть купить горшок, пересадить, чтобы она смотрела на соседку, на свою, и тоже так же цвела красиво. Отмыла я наконец-то раковину, потому что что-то я долго не могла этим заняться. На самом деле все просто и быстро вот этой вот штукой. Ну, все знают, что я обожаю Faberlic для дома. Это прям моя любовь-любовь. Вот она вот такая. Отдельно спрей покупала, ну, там же в Faberlic. В общем, супер штука. Здесь у меня стирка. Купила в Сангистиле вот такой вот детский порошок. Эко, две пачки за 737 рублей. Слышно, надеюсь? Ура, наконец-то дошли у нас. Ты что, делал? Ракушек понаходил? Это мы! Угу. Ну да, будем разбирать батут. Да, сейчас я вот эту штуку вытру синюю. С твоим батутом, что мы сделали? На зимовку уходит, как мишка в спячку будет впадать, понимаешь? Григорий тут тоже крутит. Что-то у меня не получается. Ты точно откручиваешь? Помогай, папа. Одни вот, крючок, где-то я тебе давал. Какой крючок? Снимать отсюда ключик. Ну, там я все ложила туда. Сейчас туда пойду, там посмотрю, хорошо? Папа, здесь еще это. Пускай, пускай, там и должен быть. Вот там, а ну-ка, перекиньте. Синих, наверное, нету, я не нашла тут. Так, а как же синих? А, думаю. И те собирай, Гришенька. Собирай все. Сейчас надо ведерко, да, или что-то? Да, да, что. Что ты? Рекс, а он увидел кота, наверное. А, птички он летает. Что там были, пап? Оказывается, эта логика может работать. И обруч теперь можно крутить, да? Давай. Афонечка, ты за папой, хорошо? Ты тут будешь?
заложила Гришкино кимоно. Там все из защиты, в общем, у белой рубашки, потому что все равно белое. Его достаточно мало, так что он там хорошо пополощится. Видите, как все крутится круто. А мы сейчас будем спать, уже все покушали. Сегодня доедали и макароны. Гриша, да, не будет спать. Макароны доедали и борщ. А потому что мы хотим поспать, потому что ты не выдержишь точно. Антош, давайте ложиться, потом в гости. Все, спать. Читать про Бабу-Ягу? Да, Кафонька уже проснулся. Антошка проснулся? Да. Это что такое ты показываешь? Покажи. Афонь, покажи, что это ты показываешь. Это папе подарили. Папе подарили? Это написано там Крым, да? А здесь написано Бондюэль. Мам, а это что вот так? Оклеить? Алло. И все, да? Да. А вот так? Да. Это папе подарили. Папе подарили, да? Кто там? Это за мальчик такой? Крутится? Тебе сколько лет? 3? Да. Правильно. Ну что, пошли одеваться? Да. И поедем, да? Мама, на кок-кок не лавай. Не, недалеко. А где она? Титерок. А тикели? Мама, мы давай дам. Да. Мы уже собрались. Сейчас поедем в гости с детьми. Папуля наш будет дома. К моей куме, в которой я была буквально, там, не знаю, дня 4 назад. Берем пряничный набор вот такого вот снеговичка. И вот он. И кружка, от которой я балдею. От этого цвета балдею, в общем, от всего вот этого я просто в восторге. Так, все, мы приехали. Копия. У нас прям это, в тему получился подарок. Здесь такое бирюзовое. Гриш, отстегни его, пожалуйста. Отстегнул? Лучше-то да. В общем, короче, у нас тему прям все. Все, подожди. Давай сюда, да там надо раздеваться, Фоб. Бери, бери. Я любитель такой машины. Сейчас пацаны тебе помогут открыть. Да. Заходи. Соня. Ой, это нам, спасибо. У них как будто мимо проходил. Тебе нравится, Афонь? Ёлка нравится? Мама! А, вот ёлка! Да ёлка вообще крутая, да? Там уже Дед Мороз сидит? Да. Ты сиди, кушай, ладно? Ты заметила это? Даже... Афоня? Светильник. Ты где? Ты там спишь? Пойдемте, уже сейчас как раз будет. Закрыть тебя? А пошли посмотрим, как там свет светит. Пойдем? Пошли. Подарили. Бля, какой он классный. Он как-то, думаю, сильно слабо светит. А сейчас уже можно. Да. Мы уже привыкли. Да, уже как бы... Не, ну, а дома спит. Ты в доме? А мы в доме сидим. Смотри, какой в домике. Ну, а дома сидит. Покажи, еще покажи. Ну, сделай еще так. Еще так. Что ты хочешь? Смотри, Марка, то сейчас... Да подожди. Тебе нравится? Кто это, да? Тебе моя. А мне не страшно кидать, это игрушка. Тебе нравится тут, Афонь? Нет. Нет, а где тебе нравится? Ему не нравится, он тут остается. Дома нравится. Риша тоже даже стала играть с машинкой. Риша, ты да собачка? Да не кричи, ладно? Да. Ты что, Рекс? Нет, собака. Фофонька,
Ты ждешь меня? Приходите еще, скажи. Целуй. Поцелуй Антошку. Поцелуй. Опа. А можно еще по первому? Григорий, а ты не можешь, пожалуйста, идти одеваться? Пойдем, смотри. Там Афонька сохлазит. Афонька там где-то. Да он уже как раз спустился. Афонька последние ступеньки дотягивает. Да, он молодец. Марик, ты что тут до ногу? Антоша, спускаемся. Станичная наша елочка светится. Все, мы домой. Я тут экспериментировала, пробовала. Блин, ничего не видно, да? Вот видно. Экспериментировала и пробовала делать вот такие вот шишечки из айсинга. Они на зубочистках. Их потом как-то снимать. В общем, будем все экспериментировать, их снимать. Не знаю, что это и как это. Посмотрим, куда их применять. Блин, да что такое? В общем, буду экспериментировать. Смотрите, какие они на фоне елки, шишки. В общем, такая вот у меня была сегодня работа перед сном. Сейчас идем спать. Все, мы спать. Будем Гоголя читать, Жень? Ты будешь читать? Слушать, вернее. Нет, читай про себя. А там про меня Гоголь не писался. Не хочешь? Ну? Про Вия не хочешь послушать? Слегка. Про Вия не хочу, я ничего слушать. Про всяких мужиков там. Там про мужиков, да? Не, ну Вия, он же мой. А он мой? Вообще, это демон или какой-то. Ну что я там читала? Что это значит? Это какое-то божество, что-то там выдуманное, да? Ну, чертик, короче. Да, только не дави там. Ранки? Демикуль. Ты читаешь или снимаешь? Пока только одно делаю.